Сегодня день воинской славы России, установленный в честь полного снятия блокады Ленинграда. Более двух лет, с конца 1941 по январь 1944, город был отрезан от страны и от жизни. Почти 900 дней Ленинград боролся. Запасы продовольствия были незначительны, к тому же большая их часть погибла во время прицельных бомбежек. Сообщение с городом было прервано в октябре 1941 года, а уже в ноябре начался настоящий голод. Минимум хлебного пайка – 250 граммов рабочим, 125 – иждивенцам и детям. Единственной ниточкой, связывающей Ленинград с Большой землей, стала дорога жизни, проходящая по льду Ладожского озера. По ней блокадникам доставляли небольшие запасы пищи, медикаментов, вывозили гибнущих от голода и холода людей. Всего около 1,5 миллионов человек. В Чувашии открылось несколько детских домов для маленьких блокадников. Самый большой в селе Ишаки Чебоксарского района. Военные годы стали школой дружбы чувашских и ленинградских детей. Не было кушать. Все равно мы детдомовцев, ленинградцев, носили одну картошку там или все. Ну, что есть для кушания, тоже помогали. Ну, не помогали, а делились. Едва оправившись от голода и болезней, маленькие ленинградцы активно включились в колхозную жизнь. Наравне с местными ребятишками они помогали взрослым ковать победу в тылу. Мы кроликов выращивали. Кто-то чего, кто траву рвает, кто чего. Потом нас за орехами мы ходили, для совхоза собирали. Желуди мы собирали для свиней. Картошку ходили, копали, собирали. И там же пекли, ходили с черными ртами. Эти зернышки собирали мы, колоски. Мы как-то были все время заняты чем-то. Ленинград навсегда останется символом истинного мужества и героизма. Практически все время работали школы, больницы, театры, библиотеки. Умирающие от голода люди сохранили весь семенной фонд Всесоюзного института растениеводства. Спасли редких животных в зоопарке. Врачи и городские власти не допустили серьезных эпидемий. В битвах за Ленинград погибло больше людей, чем потеряли Англия и США за все время войны. Вот почему петербуржцы считают 27 января своим Днем Победы.